Награждение победителей молодежного форума «Время выбрало нас» прошло в онлайн-формате. В первый день форума молодежные организации и объединения города защищали проекты, обсуждали свои идеи с компетентным жюри. Теперь организаторы подвели итоги сразу нескольких конкурсов: «Саров-молодежь», «Молодость Сарова» и «Доброволец Сарова-2021». Конкурса «Доброволец Сарова-2021». Конкурс проходил с октября месяца по ноябрь. В городе Сарове он стал уже традицией. Сегодня будут подведены итоги, узнаем победителей в 5 номинациях. Вот. Конкурс был направлен на выявление самых лучших волонтерских инициатив, волонтерских проектов. Трансляция не обошлась без музыки и живого общения с участниками форума и руководителями проектов. Глава города Алексей Сафонов лично наградил победителей, а также ответил на каверзные вопросы ведущего. На самом деле, своими лидерами я считаю именно вас. Вот именно вас, молодежь. По одной простой причине: у вас нет границ, у вас есть желание, у вас есть возможность, у вас есть время для работы. Потому что мы работаем немного в других условиях, у нас то не хватает полномочий, то не хватает финансирования, то не хватает согласований дополнительных. И когда я вижу искренне желающего что-то сделать молодого человека, я по-хорошему завидую, я готов ему помогать. На форуме «Время выбрало нас» у молодежи города была возможность рассказать о своих идеях и планах, продвинуть новые инициативы на уровень города, а также получить обратную связь от специалистов. Проект был, чтобы организация города выделила нам деньги на технику, чтобы выпустить более высококачественный контент и обучить молодежь новым работой с телеоборудованием и работой, научить их стримам. Я создала свою презентацию, которая рассказала о себе, в каких акциях я принимала участие и какие у меня есть награды. У нас такие вот акции, которые направлены на улучшение здоровья и повышение активной жизни. Теперь победители конкурсов молодежного форума «Время выбрало нас» начнут плодотворную работу по реализации своих проектов. Светлана Юрнова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.